На пустыре на окраине города двое неизвестных мужчин поджигают машину по описанию. Она похожа на ту, из которой стреляли в Кубу. Куба думает, что причина нападения в его расследовании смерти Эрики. Антон с Конюховым возвращаются в Среднереченск, но на подъезде к городу на них совершается нападение. Кубе удается спасти Конюха, и тот рассказывает, как погибла Эрика. Куба выходит на след ее убийц, но чтобы поймать их, вынужден превысить свои явные полномочия. Против Кубы начинается внутреннее расследование.